Здравствуйте, уважаемые коллеги! Рада вас приветствовать на сегодняшнем мероприятии. Мы сегодня с вами встретились поговорить про развитие креативного мышления на уроках географии. Меня зовут Дубинина София, я ведущий методист Центра географии и картографии. Также напоминаю о том, что мне можно задавать вопросы на электронную почту, если сегодня вам что-то будет более-менее... Нужно будет раскрыть тему более подробно или что-то нужно будет скинуть, то прошу писать мне на электронную почту. С удовольствием помогу в решении ваших проблем. Итак, наша сегодняшняя встреча будет посвящена развитию креативного мышления. Посмотрим отличие креативного мышления от творческой деятельности и посмотрим, как развитие креативного мышления реализуется в учебниках и учебных пособиях от издательства просвещения. Итак, начнем с того, что поставим точку над и в вопросе о том, что креативное мышление и творчество это не одно и то же. На самом деле, креативное мышление ⁇ это очень большой процесс, всеобъемлющий да, в развитии креативного мышления, который реализуется через различные виды деятельности. Творческая же деятельность тесно связана с креативным мышлением, но представляет собой более узконаправленную деятельность, вот уже непосредственно связанную с творческим мышлением. Итак, как же вот разделить эти два понятия. Если мы говорим про творчество, мы имеем в виду создание некого творческого продукта. То есть это может быть произведение искусства, это может быть литературное какое-то произведение или еще множество примеров здесь можно привести. Если мы возвращаемся к теме преподавания, да, здесь также могут быть рисунки, изображения, презентации, да, это все тоже будет творческая деятельность, но тем не менее более узконаправленные. Креативное же мышление предполагает более в широком смысле да, представление всех тех видов деятельности, которые необходимы главным образом для решения каких-либо проблем. А, и вывод можно сделать такой, что креативное мышление ⁇ это уже практический навык, который вытекает из, соответственно, способности креативно мыслить и порождает уникальные варианты выхода из трудной ситуации. А, креативное мышление основано на какой-то проблематике. Творчество не всегда основано на какой-то проблематике. Творчество в основном а, выходит да, из в большинстве своем случаев да, выходит из вдохновения, воображения. Мы очень часто произносим слово талант, когда говорим про творческое начало в человеке. Да? Соответственно, креативное же мышление — это не то, чтобы совсем противоположность, но не самое близкое по значению. Когда мы говорим про творчество, мы говорим про вдохновение и воображение, какие-то те элементы, которые способствуют в каком-то определенном времени а, реализации творческого потенциала. Когда мы говорим про креативное мышление, мы говорим про аналитические и организаторские способности. А, критич... Креативное мышление больше будет развито у, у людей, которые, соответственно, более а, осведомлены в той или иной тематике, у которых больше навыков, у которых больше опыта. А, и, соответственно, также присутствует да, то, о, желание и возможность э, сделать, э, выйти из какой-то проблемной ситуации с нетривиальным подходом, да, с необычным подходом, да, увидеть, в, кажется, в какой-то проблеме способ ее наиболее эффективного, наиболее быстрого, наиболее четкого решения. Креативное мышление часто связывают с латеральным мышлением, это нестандартное мышление, соответственно, тоже могу с этим только согласиться, действительно, чем лучше развито вот это самое латеральное мышление, тем интереснее вариант решения проблем может предложить человек, в, исходя да из логики креативного мышления. Соответственно, что нужно с, какой вывод нужно сделать из данного предисловия к нашему сегодняшнему разговору про креативное мышление о том, что творчество и креативное мышление безусловно связаны. И во многих работах, да, мы будем проявлять и творческий какие то потенциал, да, и потенциал креативного мышления, то есть будем сочетать эти понятия в каких-то видах работы, о которых сегодня будем разговаривать. Но если все-таки поставить, ограничить их рамками, да, то э, креативное мышление связано с той или иной проблемой, а творчество как так или иначе связано с неким продуктом, да, который в, в ходе творческой деятельности создается это тоже новое, это тоже уникальные продукты и творчество тоже будет развиваться лучше если будет развиваться креативное мышление и это обратный процесс да и креативное мышление тоже будет развиваться лучше да и потенциал у него будет больше если творческий потенциал в человеке тоже есть да и э, ш, ученые также анализируют да и творческое и креативное мышление и по большей части расходятся во мнениях, да, что из этого важнее, творческий потенциал или непосредственно креативное мышление. Но, тем не менее, сходятся в мысли в том, что и то, и другое развивать можно и развивать нужно, в том числе развивать и в процессе школьного обучения, и в том числе на уроках географии, о чем сегодня более подробно и будем говорить. Итак, про уже само непосредственно креативное мышление. Коллеги, чат также напоминаю, что активен. Все вопросы, уточнений тоже можете мне в чат задавать. Я буду посматривать на него в процессе вебинара. Если вдруг не получится, то в конце вебинара обязательно просмотрю вопросы. Итак, креативное мышление. Здесь сейчас вы на слайде видите одно из таких популярных определений, одно из многих. определений на самом деле, дано было уже достаточно большое количество, это вот одно из нескольких. Одно из них. Итак, креативное мышление в данной терминологии – это создание необычных и хороших решений исходной проблемы. То есть, как мы видим, опять-таки слово «проблема» даже вот уже в определении креативного мышления присутствует. То есть проблема – это ключевой, такой момент да, всего того критического мышления, про которое мы будем говорить. Итак, это определение разбивает, в принципе, процесс креативного мышления на таких два этапа. Это создание необычных решений и выбор достаточно хороших решений, чтобы справиться с проблемой. И из этого мы можем вывести два типа креативного мышления. Первый тип ⁇ это дивергентное. Uh, оно подразумевает способность придумать несколько решений для одной и той же задачи. Uh, и, соответственно, оценить эти решения, да, насколько они um, интересны и насколько они практичны. Но об этом тоже сейчас поговорим. И второй тип – это конвергентное мышление – это способность выбрать наиболее оптимальный способ решения из уже имеющихся. И даже вот, делая вывод из вот этих вот двух типов мышления, я думаю, многие из вас согласятся, что в географии мы можем использовать и тот, и другой тип, развивать и тот, и другой тип мышления, соответственно. Итак, дивергентное мышление немножко подробнее о критериях его оценивания и, наверное, такой э, яркий пример одного из э, тестов, как раз таки, который позволяет э, проанализировать развитие дивергентного мышления. Э, тест Гилфорда называется «На использование предмета». Наверняка тоже слышали уже про этот тест. Это когда предлагают самый яркий пример этого задания. Да, это придумайте использования какого-то предмета и в большинстве случаев это, этим предметом выступает кирпич и вот э, экзаменуемого да скажем так просят придумать как в каких ситуациях в каких задачах возможно использовать кирпич кирпич может быть заменен другими предметами кирпич просто такой более яркий да, предмет который в принципе ничего из себя практичного грубо говоря там никаких Суперфункции не несет, но, тем не менее, предмет очень практичный, использовать его действительно можно вот в разных вариантах. И предложить, конечно же, вот именно варианты использования – это вот главная задача этого теста, чтобы чем больше вариантов было, тем лучше. Но, тем не менее, качество и количество тоже здесь не надо забывать, что лучше более качественно, чем много одинаковых каких-то или непрактичных вариантов будет предложено. Итак, как же оценивать ответы? Во-первых, один из таких наиболее важных критериев ⁇ это как раз-таки гибкость. Здесь имеется в виду то, насколько уникальное, количество уникальных категорий использования присутствует. Да? Здесь как раз вопрос идет про качество. Здесь может быть предложено 20 вариантов использования, но они все примерно одного типа. Да? Там подставить кирпич под что-нибудь, да? чтобы что-то не упало, допустим. Вот. И если таких вот 20 вариантов предложено, то это один. Да? тип мышления будет если же будет предложено 5 вариантов но они будут абсолютно из разных областей там один мы используем дома другой там вынесем на улицу третий мы используем вообще в машине и так далее допустим соответственно здесь уже будет тоже другой вариант оценивания и соответственно на это обращать внимание очень нужно второй момент это новизна Uh, то есть ну, сама оригинальность, конечно же, этого использования, uh, чем интереснее предлагаемые варианты, тем вот, это, соответственно, говорит о том, что uh, лучше у человека, у ученика будет развито uh, кре креативное мышление. И, конечно же, полезность. Полезность это тоже очень важно, потому что могут быть предложены варианты, которые не имеют под собой никакой практической ценности. Они могут быть вообще даже неисполнимы в практике, да, то есть не приспособлены для тех э, вариантов использования, которые предлагают. И, соответственно, не могут быть засчитаны как э, правильный вариант. И еще есть один критерий, это беглость. Здесь имеется в виду, что нужно оценивать да, общее количество неповторяющихся вариантов. Это примерно близко по значению к гибкости, да, то есть можно здесь говорить и про уникальность категории использования, и про вот эти вот неповторяющиеся варианты, но тем не менее даже вот в категориях, в уникальных категориях использования они могут повторяться, да, также там в одной категории может быть несколько однотипных повторяющихся вариантов, но ну, только там с изменением какой-то незначительной детали. Соответственно, здесь тоже будет уже меньше, грубо говоря, оценка, чем в случае большего количества неповторяющихся вариантов. И примеры для конвергентного мышления. Здесь большинство задач строятся как раз-таки на принципе от само, из самого определения вытекающие, то есть задача. Существует, да, определенная, это может быть задача, это может быть проблема, и для нее, для решения этой проблемы или задачи, существует несколько вариантов решений. Так вот, у, у учащихся просят оценить все варианты решения и выбрать наиболее оптимальный вариант решения. Например, там могут быть задания, чтобы выбрать в принципе только один который, вариант решения, который отвечает вот всем критериям. Или же выбрать для разных категорий разные варианты решения. Например, если нужен самый быстрый, э, быстрое решение, то там выберите один вариант. Если нужно самое, допустим, экономичное решение, то выберите второй вариант. Если нужно там, еще по, по, по какому-то критерию выбрать еще один вариант, да, то этих критериев тоже может быть определенное или неопределенное количество. Вот. То есть зависит уже от постановки самой задачи в вот таком подходе. А на что нужно обращать внимание? Это, во-первых, оптимальность. То есть если мы говорим вот про выбор да, какого-то способа решения данной проблемы, нужно говорить все-таки о наиболее подходящем выборе решений. И в обоих ситуациях это будет играть важную роль. Если мы даже говорим про выбор одного самого-самого оптимального решения, это прям самый важный критерий, по которому нужно оценивать. Если же мы говорим про выбор разных решений, да, то тоже непосредственно у каждого выбора должна быть... Вот это вот э, оптимальность этого самого выбора. А, второй момент, на что тоже нужно обращать внимание, это аргументированность, это полноценное обоснование выбора. То есть я выбрал там, допустим, в решении этой задачи второй вариант не просто так, потому что мне он показался более там практичным, да, или каким-то другим, а потому что я считаю, что это принесет такие-то такие-то результаты и поможет там справиться с проблемой. То есть все, что вот... Э, непосредственно все те факторы, на которые обращал внимание ученик, он должен их аргументировать и доказать, да, что вот действительно то, что он выбирает, это имеет смысл выбрать, да, по каким-то таким причинам. И третий аспект, на который необходимо также обращать внимание, это уверенность в выборе наиболее подходящего варианта решения. То есть это складывается из первых двух, но тем не менее, если даже первые два критерия у ученика выбраны правильно, но он сомневается в том, что он сделал да, все правильно и там, готов из-за какого-нибудь наводящего вопроса или там, не просто вопросы ему, если, да, в сторону задавать, то он будет готов рассмотреть и другой вариант. Вот здесь тоже очень важно понимать, насколько а, учащийся, ну, грубо говоря, уверен, да, в своем выборе, насколько он готов его защищать, и уже тоже это это не основной, но тем не менее тоже очень важный критерий в оценке вот этого самого конвергентного мышления. Конвергентное мышление складывается в разных плоскостях, скажем так, знаний. Это может быть и на предметном уровне, да, это может быть и на предмет, метапредметном уровне. И вот одной тоже из таких ярких методик проверки вот этой вот вербальной креативности это тест Медника считается. И я думаю, тоже часто его уже встречали в практике и, в принципе, сталкивались с работой. Как он работает? Даются несколько понятий. И учащийся должен, например, определить, что, что эти понятия связывает, или выбрать какое-то понятие, которое, наоборот, из этого ряда соответственно является лишним в этом ряду понятий иногда тоже не иногда да наверное в большинстве случаев обычно понятие как раз таки это объединяющий фактор а вот какое-то качественное, какая-то качественная характеристика этого понятия это вот как раз один из этих трех блоков тоже по количеству блоков это может быть там три блока это может быть там четыре пять и уже на усмотрение того кто является автором до да, этого задания или соответственно редактором что касается меньше трех блоков наверное будет очень такой не совсем оптимальный набор да если мы только два блока включаем это уменьшает поле деятельности для ученика. И для примера, опять-таки, вот мы говорим про тест, который мы можем применять и в, на уроках, в практике, да, он может быть в предметной отрасли, да, и в межпредметном содержании тоже его можно использовать. Например, если мы тоже говорим о предметном содержании географии, учитываем, да, один из таких легких примеров, топографическое, физическое, политическое, что это все объединяет, естественно, это будет карта. Соответственно, один из тестов на уроке, да, например, тестовых вопросов или в домашней работе можно вставлять, например, и такие маленькие, но тем не менее важные задачи, да, потому что здесь учитываются как раз тоже все три знание всех этих трех компонентов и, соответственно, учащийся должен сделать свой вывод. Если мы говорим про межпредметное содержание, здесь вот, например, может быть такой вопрос, тоже очень грубый пример, но тем не менее, что бывает кровяное, психологическое и атмосферное. Так вот, напишите в чат, как раз тоже немножко сделаем разминку. Что же бывает кровяное, психологическое, атмосферное? Вот. А пока мы переходим дальше. Креативное мышление в проектной деятельности, наверное, находит свою такую большую часть реализации, скажем так, реализуется, креативное мышление может реализовываться там, на таких даже вот маленьких заданиях, как мы привели пример до этого. Да? А соответственно, если мы говорим уже про более такое более полноценную реализацию и не просто развитие, а уже именно реализацию этого креативного мышления, то проектная деятельность будет, наверное, таким самым, ну, не сказать, что самым важным да, направлением деятельности, но одним из основополагающих направлений именно в реализации, в пробования да, этого всего, да, вижу ответы в чате, конечно же, это тоже давление, да, и спасибо всем, кто отвечает, да. И, соответственно, говорим мы про проектную деятельность, как же она проявляется в самой, как проявляется креативное мышление. Во-первых, это в способах решения проблемы. Это на первоначальных этапах, когда мы только начинаем разговор про тот или иной проект, когда мы выбираем проблему, когда вот после выбора проблемы да, или после анализа этой проблемы у нас стоит путь, решение этой проблемы. Так вот, как раз способ решения проблемы ⁇ это основная часть некоторых видов проектной деятельности. Так вот, от того, насколько хорошо развито креативное мышление у учащихся, да, они смогут больше предложить вариантов, больше способов решения этой проблемы. Соответственно, и реализация проектной деятельности здесь будет тоже наиболее лучше построены от выбора да, этих способов решения. То есть здесь чувствуется прям прямая взаимосвязь того, что насколько хорошо развито креативное мышление, настолько хорошо будет и поставлена в дальнейшем практическая деятельность, соответственно, проектная деятельность, прошу прощения. Ну и здесь практическая деятельность это совершенно не ошибка, в практической деятельности мы тоже очень часто сталкиваемся с этим самым креативным мышлением. После того, как мы определили несколько способов решения, здесь наступает, это было дивергентное мышление, после этого наступает эпоха пора конвергентного мышления, когда из этих способов решения мы выбираем наиболее оптимальный. То есть здесь, когда мы в принципе говорим про креативное мышление, очень редко разводят эти понятия типы, да, дивергентного и конвергентного мышления. В основном и в том числе вот ярким примером будет проектная деятельность. Они идут друг за другом, они идут взаим... в... в взаимосвязи с друг другом, и это очень важно развивать оба типа, да, мышления, что и то и другое мы тоже должны обязательно учитывать. Дальше продукт после того, как мы выбрали наиболее оптимальный способ решения этой проблемы, мы переходим к представлению продукты своей деятельности, да, как мы эту способ решения, как мы его представляем. Вот здесь уже тоже креативное мышление вступает в свои права, плюс здесь же мы еще и творческое мышление тоже можем совместить да, с креативным мышлением. Мы очень, так скажем, не будем говорить о том, что они здесь сильно различаются, они здесь работают во взаимосвязи с друг другом, это тоже важно. И уже в представлении результата Здесь уже больше упор делается именно на творческое мышление, чем на креативные, на творческие способности, да, скорее. Но, тем не менее, как я уже говорила, это тоже развивать творческий потенциал, тоже очень важно и тоже очень нужно. И как раз-таки представление результата это тоже один из тех способов развития этого творческого потенциала, потому что, во-первых, мы здесь можем также начинать задумываться о том, Каким способом мы представим свой результат? Это же может быть э, очень большой, скажем так, спектр этих э, способов, да, начиная от э, обычного рассказа о том, что я сделал, да, то есть на словах рассказать, вот какую работу я провел, какие способы решения, почему я выбрал именно этот, и вот какой продукт получился. И заканчиваю какими-то сногсшибательными проектами, где там учащиеся представляют буквально. Э, макеты да, каких-либо устройств или какие-то другие такие интересные виды работы, соответственно, в каждом из них будет так или иначе реализован творческий потенциал. И творческие виды деятельности также будут присутствовать. И заканчивая уже разговор про само креативное мышление, и больше будем переходить уже на предметные составляющие этого креативного мышления, перед этим хотелось бы отметить некоторые такие приемы, общие приемы развития креативного мышления, которые можно использовать, в принципе, не только на уроках географии, но и в разных других видах деятельности. Причем здесь вот еще хочется заметить, какой факт, то, что мы говорим про развитие креативного мышления сейчас у учащихся, но здесь не нужно забывать и про себя мы все тоже должны учиться да и непосредственно и развивать все те виды мышления которые мы развиваем у учеников мы должны развивать и у себя поэтому вот эти вот все приемы которые используются да для развития креативного мышления можно начинать пробовать с себя да, экспериментировать а после этого уже выходить с этими приемами с этими, или, возможно, какими-то другими приемами уже к учащимся. Что касается вот выборки на слайде, да, которая здесь представлена, это, наверное, такой вот сбор того, что сейчас пишут про развитие креативного мышления. Креативное мышление сейчас развито и, развито и актуально еще по той причине, что как раз-таки оно является одной из проверочных частей исследования, международного исследования ПИЗа, которое проводится в том числе и в России, и, соответственно, на протяжении вот уже нескольких лет мы активно готовимся к этим исследованиям и ставятся перед российской системой образования, конечно же, такие амбициозные цели – это вхождение всей страны в высокие рейтинговые списки этого исследования. Вот, поэтому сейчас пока у нас результаты не такие уж и, скажем так, воодушевляющие, но, тем не менее, с каждой, с каждой новой вот этой вот волной исследования, а волна исследования происходит там каждые три года, но в связи с пандемией была, был немножко переброшен срок, теперь вот ПИЗа будет проходить в 2022 году, соответственно, и, тем не менее, вот креативное мышление выделено целой вот отдельной компетентностью. Я напомню, что вот в ПИЗе проверяются такие компетентности, как, естественно, научная грамотность, читательская грамотность, математическая грамотность. И вот наравне с ними вынесена такая компетентность, как креативное мышление. Как проверяется креативное мышление? Так же, как и любой другой, любая другая компетенция в ПИЗе, да, это ситуативные задания. То есть это не просто какое-то задание, вот просто э, вырезанное из контекста, да? Это непосредственно работа с самим контекстом. То есть дается практическая ситуация, в которой учащийся может э, оказаться, в принципе, вот без проблем также точно и по всем другим предметам и вот в данном случае в креативном мышлении дается этой ситуации и у учащегося спрашивает как из вот он решит эту проблему какими способами какие способы он пред, предложит какой из этих способов будет оптимальный то есть вот все что мы обсуждали вот про креативное мышление именно по такому алгоритму строится проверка развития креативного мышления в исследовании Пиза Соответственно, для того, чтобы развивать это креативное мышление, тоже мы можем использовать это абсолютно эти приемы мы можем использовать на абсолютно разных предметах, в том числе и на географии. На географии, наверное, это будет даже в некоторых моментах будет использовать очень интересно, потому что так и так проблемы связанные вот с географическим содержанием, тоже в в курсе, да, у нас встречаются. И, соответственно, на, на их основе вот этих вот предметных задач мы креативное мышление-то и будем развивать. И вот сегодня тоже покажу такие примеры. Что касается приемов развития креативного мышления, какие такие самые яркие вот здесь вот вынесены. Во-первых, это такое понятие, как блуждание ума. Это вот все, что связано, что там примеры приводят да как э, идеи возникали у ньютона как они возникали у других ученых то есть где они находились в этот момент то есть вот эти вот все интересные истории как там падает яблоко хоть э, во многом говорят что это и неправда да но тем не менее эти истории существуют они э, как бы показывают о том что э, креативное мышление не всегда требует пол постоянной работы над этим вопросом Здесь также, как то вот творческое мышление, да, здесь важно просто абстрагироваться от вот этой задачи, да, и, грубо говоря, заниматься другими делами и в процессе, да, когда мозг уже погружен в эту задачу, но он абстрагируется, он может уже выдать какое-то более-менее интересное решение. Вот, то есть, в чем заключается этот прием, да? то есть мы креативную задачу можем на уроке, например, географии, да, мы можем ее дать но не сразу же начать ее обсуждать, а дать ее для размышлений. И там через несколько дней, да, или там через неделю, допустим, уже тогда обсудить какой-то вариант решения. Но а, здесь нужно выстроить работу так, да, чтобы учащиеся действительно задумывались о, об этой задаче, о, о решении этой задачи, вот, для того, чтобы все-таки мозг думал. Потому что если они а, сядут, например, там, через два дня домашнюю работу делать и увидят это задание, то это тоже не совсем будет получаться то абстрагирование, о котором мы говорим. Мы можем, Например, ее начать на уроке обсуждать, какой-то, вот прям такой проблемный вопрос поставить и отпустить детей в, даль в дальнейшее их плавание, да, а потом вернуться к этому вопросу и уже обсуждать какие-то другие варианты этого решения. Второй момент это головоломки и логические задачи. Это, наверное, один из самых таких важных моментов в принципе во всей. В системе, да, скажем так, нашего обучения, потому что именно они заставляют мозг, грубо говоря, работать с двойной силой. Это же многие головоломки и такие вот логические задачи, которые требуют такого небыстрого решения, да, скажем так, они являются такой составляющей, как именно мотивационной части да, обучения: что я хочу решить эту задачу, мне нужно решить эту задачу, а как же она решается? Вот И здесь важно, чтобы учащийся не искал решение в интернете да, этой головоломки или задачи, а все-таки прибегал к своим собственным возможностям. О. Что еще можно здесь отметить? Фоновая музыка, да, кажется такой незначительной деталью, но тем не менее очень тоже помогает. Вот для примера того, что если смотрели, да, какие-то передачи интеллектуальные, например, на, в, по телевизору, да, или в каких-то участвовали даже, возможно, то а, можно заметить, что как раз в процессе, вот, когда команда, да, или люди отдельно думают, включается ненавязчивая, но тем не менее фоновая музыка. И здесь от музыки, по утверждениям множества ученых, сводится вот основная такая задача музыки – это побуждать к деятельности, опять-таки, к мозговой активности, к, как раз-таки тоже к генерированию каких-либо идей. Но здесь важно заметить, что музыка бывает разная. И вот под разные задачи нужно подбирать и разную музыку. Uh, об этом действительно очень много исследований проводилось, и есть даже такие специальные сайты, где можно найти подборку музыки uh, для каких-то конкретных задач. Вот, соответственно, можно выбрать задачу это вот именно для а, какого-то размышления и, соответственно, подобрать для себя музыку. Вот здесь я бы тоже советовала начинать и не с детей, да, а с, со своего опыта, и, соответственно, если это будет действительно работать, то можно и на а, учениках тоже пробовать. А, даже на уроке. Почему нет? Да, почему мы не можем включить музыку на уроке в процессе выполнения какой-то работы? Ну, не, ну, соответственно, не на полную громкость, да, но, тем не менее, в каких-то пределах музыкального сопровождения, да, это громкости, мы это все так же можем работать. Единственное, здесь также учащиеся бывают разные, кому-то это может подойти, кому-то это может не подойти. Здесь, во-первых, нужно обговаривать этот момент, во-вторых, экспериментировать, да, если вдруг все будет плохо, то просто отказаться от этого метода, а если все будет хорошо, то почему бы его дальше и не использовать. Следующий момент – это соединение идей, объектов и мыслей. Это принцип, который лежит в основе, наверное, сейчас очень многих открытий, очень многих свершений, которые вот, ну и сейчас, в принципе, по всей вот истории мы можем, да, такие проследить. И это принцип, наверное, да, самый такой, один из самых популярных принципов всего творчества, начнем с этого, да, и креативного мышления в том числе. Здесь имеется в виду соединять несоединимые, соединять соединимые. В общем, все, что еще не соединяли, то лучше попробовать соединить. Возможно, что-то интересное подойдет. Вот расширяет, естественно, и кругозор, и потенциал креативного мышления, и, возможно, да, это через методом проб и ошибок, там через соединение несоединимых несоеди... и... идей, да, в... в конечном итоге мы выйдем к тому самому результату, который и планировали. А, еще один интересный способ – это перефразирование. А, интересен он тем, что мы действительно с этим часто сталкиваемся, но мы с этим сталкиваемся не как с отдельным заданием, да, а с как какой-то задачи просто необходимой. Особенно, вот, я думаю, все вспомнят, там, как пишутся курсовые работы да, или какие-то такие реферативные работы, когда есть несколько источников информации, мы вот перефразируем в как бы свою мысль, и все это вот а, также зарождается уже какое-то новое предложение, какая-то новая мысль и так далее. Так вот, это можно сделать и отдельным заданием, в том числе, да, и, соответственно, и это имеет место быть вот именно в развитии креативного мышления. Конечно же, ассоциации. Ассоциации почему-то приводят больше на творческую деятельность, но, тем не менее, на развитие креативного мышления это тоже прям играет очень большую положительную роль. Чем вот лучше развито ассоциативное восприятие, тем, соответственно, больше возможно подчеркнуть идеи из каких-то других вот связанных тех же самых ассоциативных образов, да? подчеркнуть, подчеркивать идеи. Рисование. Конечно же, рисование – это тоже тоже очень самый простой способ, да, но тем не менее он тоже является одним из самых действенных, Че, чтобы что-то нарисовать, мы это что-то должны в своей голове придумать, да, и это является, конечно же, творческим э, действием, но тем не менее на основе этого творческого действия развиваются и те э, навыки и умения, которые нужны именно для э, креативного э, типа мышления, да, не только творческой деятельности, но и самого типа мышления. А, что еще важно из интересных методов? Восстановление процесса, особенно вот у нас в географии, а, например, у нас есть какой-то продукт. Мы можем говорить, создать задание да, о том, как этот продукт был получен. То есть из чего он состоит, как его произвели, что нужно было там добыть, куда это нужно было отвести, чтобы вот получился этот самый продукт. То есть такую обратную последовательность действия. Не вот у нас есть уголь, мы его добыли, перевезли туда, там получилось что-то такое. Вот. А вот мы имеем конечный продукт, и как мы до этого дошли. Таких примеров тоже у нас как бы в предметном содержании можно много приводить. Перерыв в работе. Перерыв в работе связан вот с заблужданием ума, да, то есть не нужно зацикливаться, не всегда нужно зацикливаться, потому что следующий прием это как раз зацикливание. Перерыв в работе очень важен, потому что мозг просто переключается между задачами и начинает лучше работать. Об этом тоже проводились многие исследования. Там людей, например, фокус-группу разделяли на несколько групп, и одна группа без перерыв там 10 минут работала, а другая с перерывами каждую там минуту по 15 секунд, они отвлекались и делали какую-то другую работу. И продуктивность как раз была больше у тех, кто отвлекался, не то чтобы отвлекался, да, а переключался между разными задачами. Вот у них была продуктивность больше. Вот, но опять-таки, это тоже зависит от э, психотипов людей, да, их способности работать. Поэтому здесь пробовать эти методы только вот в перспективе э, эксперимента. Да. Дальше это, если пойдет, то хорошо, если не пойдет, то как бы лучше отказаться. И вот противоположность это как раз-таки зацикливание. Это когда человек полностью погружается в одну проблему и, грубо говоря, говоря ставит себе задачу: вот не уйду пока не сделаю, пока не придумаю, да, там что-то такое. Вот. Но, тем не менее, это опять-таки может работать, а можно просидеть и ничего не придумать. Здесь нужно обращать еще внимание и на внешние факторы а, этой задачи, и, в принципе, да, всей ситуации. А, и, соответственно, более-менее оценивать, да вероятность того, что придет или не придет это озарение в процессе работы. Упражнение «Откуда? Почему? Что? Как?» Это мы берем, опять-таки, какой-то предмет. Если говорим про географию, это может быть и какой-то процесс да, или явление. <coughs> и анализируем его по четырем пунктам. Это откуда это взялось, почему это так происходит, что там, допустим, это нам, чем это нам грозит и как это, как это работает, допустим. Вот. И один предмет или вот процесс, да, мы это все вот в четырех таких сразу разных сторон анализируем и э, происходит тоже какое-то э, креативное мышление и э, возможно родится какая-то от этого э, решение той или иной проблемы. Озвучка. Озвучка тоже сейчас очень популярный такой метод развития креативного мышления. Его советуют абсолютно, вот мне кажется, все, кто советует что-то про креативное мышление. А с чем это, как это работает? Это нужно взять какой-то видеоролик. Например, это может быть какой-то новостной да, канал. И вот именно дикторская работа, где говорят про новости с разными эмоциями, с разными интонациями. Эмоциями, да, здесь, наверное, будет важнее интонации. Мы отключаем звук. И вот на жестах человека, да, на каких-то действиях этого человека мы пытаемся воссоздать или хотя бы предположить, или даже да, не предполагать, а просто какую-то свою информацию подключить под его эмоции, то есть подстроить поток своих мыслей вот под те э, знаки, <гру> грубо говоря, да, которые он производит невербальные и так далее. Рефрейминг. Рефрейминг это говорит о том, что нужно выходить за рамки, не нужно мыслить категориями, да, нужно смотреть на мир шире. Здесь это связано опять-таки с соединением идей, объектов, мыслей, да, не обязательно загонять себя в какую-то конкретику лучше думать абстрактно, лучше думать именно вот с, охватом, с большим охватом всего и вся. Ментальные карты. Ментальные карты тоже сейчас очень неплохой способ, в принципе, не, не просто развития креативного мышления, а, наверное, развития многих навыков, в том числе и анализа информации, и систематизации информации, и выстраивания работы, в принципе, потому что ментальная карта нам как бы, позволяет создавать структуру, позволяет создавать систему, ментальную карту можно нарисовать от руки, да, от какого-то одного объекта мы выстраиваем связи, мы выстраиваем какие-то действия, связываем понятия, явления, да, процессы. Если мы говорим про предметное содержание, если мы говорим про свою деятельность, там даже для проектной про, проектную работу выполняем, да, вот мы все эти этапы мы можем связать это все в ментальную карту. Там сначала мы одно сделаем для того, чтобы нам эту задачу решить, мы такие-то какие-то действия Примем, это будет одна ветка, для второй задачи у нас будет вторая ветка и так далее. Для них, кстати, сейчас очень много таких интересных программ для компьютеров существует, для даже мобильных приложений, то есть их можно переводить даже в электронный вид и тоже с ними хорошо работать. Ну и, наверное, такой вот максимально здесь, мне кажется, полезный совет, прием, да, это придумывать идеи в одиночестве обсуждать коллективно. Нашумевший мозговой штурм, да, который почему-то тоже все советуют и считают его наиболее продуктивным, а не всегда оправдывают свою вот эту вот продуктивность. Да? Иногда мозговой штурм превращается просто в обсуждение, в беседу какую-то. Да? Иногда это прям может выливаться в какие-то такие никому не нужные мероприятия, соответственно, а все-таки здесь должна быть какая задача? Генерировать идеи лучше в одиночестве. Но мозговой штурм нужен, но нужен он не для генерирования идей, а для их обсуждения. Потому что идея может быть придумана не в той форме в которой, да, она может быть реализована. А как раз эту форму мы догоняем уже по ходу обсуждения. То есть э, сам, э, сам стержень идеи, он всем нравится, все хорошо, а потом на него уже просто что-то добавляют, что-то убирают и так далее. Вот. Соответственно, придумать саму идею, находясь в каком-либо обществе, да, не всегда э, получается возможно. Опять-таки, это не стопроцентные какие-то данные, да, здесь можно и так, и так поступать, но тем не менее вот про генерирование идей, да, это тоже уже исследования доказывают, что не все так вот с мозговым штурмом хорошо, и он полезен только лишь для обсуждения этих идей, вот там он действительно вместо, в свое, на своем месте, да, он там нужен, и обсуждение идей – это вот максимальное то, где он может сыграть всю свою красоту. – вот. И еще здесь же, здесь же, здесь же мы отмечаем, конечно же, теорию решения изобретательских задач. Это очень большой блок, рассказать вот о нем буквально там за пару минут, конечно же, не получится. А, ТРИС, в принципе, очень большая система, сейчас про него в интернете, про эту теорию решения, да, уже очень много тоже пишут множество мероприятий проводится. Если есть потребность, тоже напишите, устроим отдельный вебинар по поводу теории решения изобретательских задач. У нас уже такие вебинары были, но они были без записи, поэтому уже материалы есть. Если есть в этом необходимость, потребность, то тоже именно на примере географии это все рассматривается. Если нужен такой вебинар, напишите в чат, устроим его обязательно. Вот, теория решения изобретательских задач, несмотря на то, что мы говорим про какие-то изобретения, да, мы не сводим это все к понятиям технических наук, на самом деле в географии тоже есть множество способов развития, да, этих самых изобретательских задач, мы это тоже делаем, но, тем не менее иногда мы это делаем, даже не осознавая, что это те самые изобретательские задачи. Вот. И тоже новые какие-то задачи тоже можно здесь в этой теории найти для себя, открыть, посмотреть. Очень интересное и, наверное, для развития креативного мышления, не творческого потенциала, а вот именно креативного мышления, вот Трис, наверное, будет самым таким способом я бы назвала его так: вот все, что мы обсуждали, вот из этого всего, да, вот научиться решать изобретательские задачи там есть определенный алгоритм действия, там есть определенные критерии, да, оценивания. Несмотря на, на все то, что там это все подчиняется неким алгоритмам, да, это все-таки идет развитие творческого потенциала, и главное здесь это развитие креативного мышления. Вот. Ну и про примеры, да, немножко поговорим. Несколько УМК я сейчас рассмотрю. Первая УМК – это «Полярная звезда». В нем, наверное, такая наибольшая концентрация таких проблемных задач. И вот здесь, да, уже произнесла слово «проблема», это будет ключевое слово. То есть во все, в большинстве заданий, которые мы здесь сталкиваемся, в учебниках и в учебной литературе, вот будет фигурировать какая-то географическая проблема или экологическая проблема, да? Ну давайте посмотрим примеры. Начиная, кстати, с пятого класса такие задания уже встречаются. Например, представьте, что вы участвуете в научной экспедиции вглубь земли и напишите письмо другу, в котором вы опишите это путешествие и свои ощущения. Кажется, очень такое легкое задание, да, но тем не менее оно очень важно для именно перемещение ученика из одного пространства в другое пространство. Он будет анализировать то, как он перемещается в глубь Земли, не просто вот на свое, своей фантазии, да. Он должен основываться на каких-то фактах. То есть здесь и теоретическое содержание тоже, естественно, будет присутствовать, да, развиваться мысли, да. Но и, тем не менее вот это вот само перемещение в другое пространство, оно может открыть тот самый потенциал, да, и креативного мышления, когда учащийся меняет свое представление об окружающем мире, да, и подстраивается под какие-либо условия, хоть и в своем воображении, да, но это тоже очень важно. То есть он на, грубо говоря, знание о строении Земли. Посмотрит совершенно с другой позиции, не с точки зрения того, как он смотрит снизу вверх, да, а с позиции того, как он перемещается в этих слоях и как на него будет оказывать а, влияние те или иные условия в каких-то конкретных уже а, глубинных условиях. Второй момент. Выявить основные способы экономии воды каждым человеком, да. В принципе, вопрос такой очень важный и основополагающий, наверное, не только в географии, но и в принципе в, во многих других предметах, в том числе и экологическое мышление, да. Здесь тоже развивается. Задача ученика подумать, как можно экономить воду и предложить несколько вариантов, соответственно. И после этого, когда он предлагает несколько вариантов, можно предложить ему еще выбрать наиболее оптимальный способ да, вот экономии воды вот в домашних условиях. Соответственно, на... еще один пример: на образование нефти в земной коре уходит там 250 миллионов лет. Человек интенсивно использует нефть в хозяйстве. подготовьте сообщение на тему меры, необходимой для бережного использования нефти. Здесь, единственное, можно, ну, можно подготовить сообщение, а можно как раз-таки вот эту вот, um, задачу перефразировать в проблемный вопрос. Как необходимо использовать нефть, чтобы она не кончилась там, через какой-то промежуток времени, да, чтобы хватило на больше временной промежуток. И, соответственно, из этого тоже уже учащиеся могут предполагать какие-то решения этой проблемы, и, соответственно, предполагать свои варианты свои оптималь... более оптимальные варианты, да? Здесь можно, например, даже не одному ученику придумать несколько вариантов, а каждый ученик предлагает свой вариант и из общего там группового, например, блока вариантов учащийся должен выбрать уже более оптимальный. Там будет это его или это будет товарищ, это уже будет зависеть от того, насколько интересный они предложили способ решения этой проблемы. То есть здесь уже и групповую работу тоже можно подчеркнуть, да, сюда же вот привнести. Сделать визитную карточку реки в вашей местности. Дайте описание по плану, приведенному в параграфе. Несмотря на то, что здесь опять-таки у нас присутствует слово "план", да, представить визитную карточку реки мы можем абсолютно в разных вариантах. И здесь мы говорим уже и про тот самый творческую деятельность, да, и про развитие креативного мышления, потому что способов представить визитную карточку тоже может быть много. И, соответственно, выбрать э, наиболее оптимальный способ это будет как один из э, вариантов деятельности. Так, в городах России быстро растет число автомобилей, как это влияет на состояние воздуха, да, и что, на ваш взгляд, следует предпринять, чтобы сохранить воздух чистым? Ну, это вот по аналогии с предыдущими задачами, да, то есть мы выбираем, предлагаем наиболее оптимальный вариант. На наш взгляд, выслушиваем мнение товарищей и приходим к какому-то общему выводу. Вот. Ну и также, например, для задания для девятого класса, они есть и для седьмого, и для шестого, и, там, и для всех для седьмого, восьмого класса. Я их просто привела, вот два этих задания, для, два этих учебника для примера в том, что и в в начале курса географии, да, и в конце курса вот, общего образования и географии, здесь все эти задания тоже в той или иной степени присутствуют. И каждый учебник, практически каждый, каждый раздел, да, будет нести в себе какую-то такую проблемную ситуацию, на основе которой можно выстроить вот задание на развитие креативного мышления соответственно. Вот, в принципе, все, что я сейчас не буду озвучивать, да, чтобы не тратить ваше время. Презентацию вы можете скачать после вебинара в своем личном кабинете на странице, да, вот этого вебинара, и, соответственно, почитать уже более подробно. Кто, я думаю, работает с полярной звездой, неоднократно замечали, что таких заданий в учебнике много, и, соответственно, работать с ними тоже включать прям в работу на уроке или какую-то работу домашнюю тоже очень можно. Uh, примеры из тетради Мой тренажер. Здесь тоже очень много примеров, и они тоже все направлены именно на какое-то предложение, способа решения да, или на вот, uh, погружение человека, ученика да, в какую-то новую uh, сферу деятельности. Например, как, представьте, что вы экскурсовод краевед, да, расскажите там про уникальные уголки. Вот. Это и творчество, и креативное мышление в том числе. Здесь вот в тетрадях «Мой тренажер», в каждой тетради, да, там есть прямо для каждого раздела есть отдельные рубрики «Изучаем на практике» и «Решаем проблемы». Так здесь вот по самому названию, да, это вот все, все в этих проблемах, соответственно, выбирай, какая проблема уже больше нравится какую интереснее будет обсуждать и так далее. Можно даже все их обсуждать, соответственно. А в практических работах, как я уже говорила, связано не только с проектной деятельностью, креативное мышление, но и с практическими работами. Ну и, в принципе, с любым видом деятельности да, на уроках это тоже может быть все связано. В практических работах в девятом классе есть, например, такие примеры заданий, где... Мы берем какую-то новую технологию вот, про э, сельское хозяйство работы. Мы берем какую-то новую технологию и предполагаем, как мы ее сможем использовать, как мы ее сможем использовать в животноводстве, чем она нам поможет, да, какие функции она сможет выполнять и какую функцию она сможет выполнять в растеневодстве. И, соответственно, уже прописать отдельные виды деятельности, которые та или иная технология, которая сейчас развивается, будет там или иначе э, так или иначе нам будет пригождаться. А, и, например, еще такой вид за это, где нужно там, выбрать отрасль того или иного района для инвестиций, а, то есть а, проанализировать для начала. Да, любое креативное мышление строится на знании материала на его анализе этого материала. Если мы не обладаем знанием и не сможем провести анализ, то и креативить да, что-то полезное, что-то нужное мы тоже не сможем. Поэтому все креативное мышление строится на большой базе теоретической осведомленности, скажем так, и тех навыков анализа и работы с информацией, о которой мы говорим. Это ключевой момент. Вот. И, соответственно, на, развитии, на уже анализе тех данных, которые у нас есть, мы уже и предлагаем, опять-таки, у нас есть несколько отраслей, и учащиеся выбирает оптимальную отрасль для того, чтобы инвестиции пришли вот в эту отрасль, да, и что с ней может произойти в дальнейшем. То есть уже и взгляд в будущее такой перспективный тоже здесь имеется. Ну и задание, например, там составление маршрутов из разных точек, это тоже вот когда выбор нескольких вариантов, там и, и творческое, и креативное мышление тоже здесь развито. Следующая МК – это классическая география. Здесь пример я привожу из рабочей тетради. Они, кстати, совсем новые, появились не так давно в интернет-магазине. Можете тоже с ними ознакомиться. Для, для всех классов они с 5 по 9 класс тетради вышли. Вот, мы просто неоднократно уже говорили, то, что они вот скоро выйдут, и, наконец-то, они уже все появились в интернет-магазине. Можете смотреть. Задание вот для 9 класса. Здесь в последние годы был предложен ряд проектов строительства железных дорог на на европейском севере, и учащимся предлагается выбрать, какой из них сейчас нужен больше всего. Почему он сейчас нужен больше всего, нанести его на карту и, соответственно, написать, да, почему он выбирает тот или иной маршрут, почему он принесет больше пользы, да, и как это все вот взаимосвязано. Или, например, другой вариант, да, это подберите несколько слов, словосочетания для создания образа европейского севера. Вот про образ в принципе, да, таких районов стран это мы очень много внимания можем увидеть, да, уделенного внимания и в полярной звезде, и вот в этих тетрадях тоже встречаются работы, направленные на создание образа территории. Это тоже, кстати, очень интересная тема, которая на стыке и творчества, и креативного мышления, и проектной деятельности, и вот очень большого количества навыков и умений, и главное теоретического знания, что тоже здесь очень важно. Вот и для создания образа, да, можно начинать вот с подбора Слов. В полярной звезде в практических работах образ реализуется через прям работу с границами да, и с расстановкой каких-либо объектов в этих границах, то есть уже более на визуальном уровне это тоже все работает. Примеры в ОМК географии под редакцией Климановой». Вот пример привожу из 5-6 класса. И там, да, в принципе, в учебнике 5-6 класса таких примеров тоже очень много. И мне здесь очень интересна компоновка этих вопросов. Они все, вот в некоторых темах, да, они построены таким образом, что одно вытекает из другого, и они все вот между друг другом взаимосвязаны, и все они отвечают вот на, так скажем, пространственное восприятие ученика, да, и то, что он смотрит на какую-то проблему не не просто с точки зрения обывателя, который читает учебник географии, а с точки зрения э, человека, которого это интересует, которого это волнует, которого это мотивирует, да, это там э, представляется все это как там тоже рядом живущие люди, э, какие-то наши все э, все с друг другом взаимосвязаны, в общем построен повествование и вопросы, да, на каком-то э, таком ментальном уже ментальной взаимосвязи всех людей и географии в том числе. Вот. А здесь тоже просят привести, например, вот очень мне нравятся эти вопросы, зачем людям знание о звездах, галактиках, Вселенной? И второй вопрос, почему звезды, галактики и планеты изучаются именно в курсе землеведения да, и вот в начале курса географии? А здесь вот вза на взаимосвязи всех этих вопросов выстраивается у ученика понятие вообще «почему». А кстати, вот в этом учебнике, пока на данный момент, Земля в Солнечной системе изучается прямо в самом начале учебника, и я тоже очень согласна с этой позицией: да, что подход очень интересный в плане того, что мы начинаем не с самой Земли изучать да, вот географию, а с взгляда из космоса на, на планету а только потом мы уже идем переходим более к частному да, изучению одной планеты. Вот. Uh, ну и последний пример, это пример сборника задач и упражнений по географии автора Ван Сергеевича Колечкина. У него там, так скажем, кладезь всех таких заданий собрано. Вот одним, одним примером прям подходящим да, под конвергентное мышление развитие, это задание на объединяющий фактор и на лишний элемент, и обоснование выбора. То есть, например, в первом случае нам даются четыре административных единиц. Мы их, во-первых, должны идентифицировать, подписать, а во-вторых, найти какой-то объединяющий фактор, почему вот эти вот регионы, они у нас здесь представлены в этом задании вместе. То же самое, только с лишним элементом, то есть найти каких-то два связанных, а один не связанный и обосновать, почему он с ними не связан. Вот, на, подходит к концу наш вебинар. Я заканчиваю. Всем спасибо за участие. Я увидела, что в комментариях в чате, что тема была интересна, и Трис тоже вам тема понравилось, поэтому в ближайшее время попробую организовать вебинар еще и по 300, там действительно есть о чем поговорить и что-то для себя нужно подчеркнуть, поэтому все обновления, смотрите вот на нашем сайте Учитель Клаб, там презентацию тоже в ближайшее время подгрузим, можете ее скачать, посмотреть. Напоминаю свои контакты, если нужно будет что-то спросить, обязательно пишите мне на электронную почту. На этом я заканчиваю, сейчас быстренько пробегусь по чату. Вот, да, спасибо большое. Вижу слова благодарности, я вам в свою очередь тоже признательна и благодарна за участие в сегодняшнем мероприятии. Если вдруг я на что-то сегодня не ответила, пожалуйста, направьте вопрос мне на электронную почту, и я вам отвечу обязательно. На этом я заканчиваю. Всем спасибо и до новых встреч.